Всем привет, друзья! Перед обзором немного информации важной, потому что YouTube закрывают, блокируют, скоро, наверное, вообще перестанет работать. По ссылке пройдите, там мой телеграм-канал, ВК-видео, я туда буду выкладывать все эти ролики, и там вы сможете смотреть дальше все обзоры, без ограничений всяких там. Все это прекрасно работает, друзья, поэтому подписывайтесь, ну а мы с вами продолжаем обзор. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре компактная прогулочная коляска в оливковом цвете, почему-то металл цвет называется, вот, от бренда Pecperego. Моделька у нас называется Selfie Plus. Друзья, сразу скажу, что с колясками Pecperego я знаком только понаслышке, знаю единственное еще статистику, как у них по гарантийным обращениям, потому что у нас есть информация, вот, и, собственно, там с этим все хорошо, народ доволен, в принципе, отзывы положительные, но лично с этим брендом не сталкивался, и сейчас буду делать обзор, не имея большого опыта общения с людьми, владельцами этих колясок. За плечами много продаж этого бренда тоже у нас пока нет, потому что относительно не так давно появилась в сети First Buggy, появился этот бренд. Ну, собственно, тем интереснее изучить что-то новое. Итальянский бренд, если кто забыл, что такое Pecperego. Вот, вес у нас с сиденьем 7,5 килограмм. Спинка имеет неплохой диапазон 100 градусов, 170. И с 6 месяцев, друзья, можно эксплуатировать эту коляску. До 22 килограмм веса ребенка максимум она выдерживает. И ширина колесной базы здесь 51 сантиметр. Это говорит о том, что вы везде спокойно поместитесь, в проемах, между рядами, где угодно. Так, что касается комплектации, здесь вот идет в комплекте вот этот матрасик, друзья, он съемный и пристегнут вот здесь вот на замочек. Зато надежно, скажем так. Что она из себя представляет? Давайте сверху вниз начнем просто изучение. Сразу скажу про ткань. Ткань мягенькая, приятненькая, все супер. Но вот эта вот ткань, она не очень хорошо держит влагу. Я уверен, что здесь есть пропитка. Влагу отталкивает, но сама ткань, она, скажем так, не так эффективна. Отталкивает воду, она более пропускаема для влаги, как показывает практика. Ну, лично сюда я не наливал водички, но знаю эту ткань хорошо. Это вот мое личное мнение. Вот, но от ветра, от солнца спасает очень хорошо. Вот эта секция у нас закрывающаяся. Я сразу максимальный размер вам показываю. Также у нас здесь есть сеточка. Вот, и, собственно, вот такой у него максимальный размер у козырька. Регулируется он вот таким простым способом. Все хорошо. Давайте сразу про ручку скажу. Про бампер тоже есть что сказать, интересно все. Ручка здесь по высоте не регулируется никаким образом. Но ее уровень, вот 186 у меня рост, и мне очень подходит. У меня большинство ручек, как я уже во всех обзорах говорю, какая бы она ни была по высоте, мне подходит хорошо. Но здесь именно прям четко, где надо. Четкую, подробную информацию по ссылке пройдите на сайт First Buggy внизу в описании, и там вы увидите все детальные характеристики, высота ручки от пола, все это там будет, если это вдруг вам хочется узнать. Обито все эко-кожей, также бампер обит эко-кожей, прострочечка, все по-взрослому, все хорошо. И что мне нравится, ручка достаточно толстая и очень приятный хват. Я люблю, когда ручка, за нее держишься и уверенность какая-то есть. Кстати, козырек с защитой UPF 50, это защита от ультрафиолета. И сразу хочу заметить, что если ребенок будет очень рослый, козырек здесь очень высоко над сиденьем, и головой цеплять ребенок не будет. Все четко. Вот, собственно, вот этот матрасик, о котором я говорил. Действительно, очень мягенько. Прям вот мягенько все сделано. Все здорово. Мягкие накладочки есть на паховой зоне, на плечевой. Все хорошо. Замочек у нас магнитный. То есть вы быстро все будете фиксировать. Также у нас есть возможность вот так вот складывать, ну, бампер. Но это нужно для того, чтобы
при сложенном виде, когда коляска будет, она у вас была компактнее. Вот так откидывается в сторонку, но единственное, дальше никуда, только вот как есть. Но этого достаточно, чтобы можно было посадить ребенка. И что хотел про бампер сказать, он тоже очень-очень толстый, как ручка, он еще даже более приятный толстый хват. Жаль, что нельзя поменять за место ручки бампер поставить, мне вот нравится, когда еще толще. Здесь красиво вот так все выбито, перега. Вот. Что касается подножки, все четенько, все нормально. Где у нас кнопочки? Вот сбоку. Бывает просто здесь сбоку кнопки, вот тут, а здесь по бокам. Отжимаем и все. Ступенечка для ребеночка. В общем, все, что нужно от коляски, мы здесь получаем. Давайте посмотрим в горизонтальном положении. Сейчас в самом вертикальном. Вот так, вот 100 градусов. Сейчас 170 посмотрим. Вот, и отпустим максимально козырек. Сзади вот эту стеночку можно открыть, чтобы проветривать можно было. Все держится на кнопочках. Все эффективненько. Вот, собственно, наши 170 градусов. Вполне себе ребенку нормально можно спать. Глубоко падает у нас козырек. Поэтому с этим все хорошо. И давайте сразу, коль мы смотрим внизу, посмотрим с вами. Поднимается все это с помощью ремешка, как вы видите. Ну-ка, здесь есть кармашек? Нет, кармашка нет. Так, что касается багажника. Багажник, друзья, очень важный элемент, как по мне. Я лично это очень ценю в колясках. Здесь багажник, в принципе, достаточный. Всякую мелочевку накидать можно. Доступ нормальный, борта высокие, бортик тут. В принципе, жить можно. Для компакта с багажником все хорошо. Тормоз оба раза у нас получается. Мы можем нажать сверху, поставить на тормоз и разблокировать. Колеса у нас просто мягенькие, да, действительно резиновые, мягенькие. Амортизация есть спереди и сзади. В принципе, такое нормальное, хорошее, добротное шасси. И причем все симпатичненько выглядит, хорошо собрано достаточно. Ну да. Так, теперь давайте смотреть, как ее сложить. Чтобы ее сложить, друзья, лучше убрать подножку вниз. Так, здесь есть на ручке стандартные кнопочки, одна, другая. И опускаем вот таким образом. Все стоит, и теперь можно опустить. Ну, вполне себе неплохо. Такой крупненький получается вариант, но и никто не заявляет, что он там вручную кладь проходит. Вот. Ну, если дурака включить, иногда можно пронести такие вещи. Иногда проводники и на пропуске они не смотрят, поэтому можно иногда завалить с такими колясками на борт, и ничего не будет. Вот, собственно, вот такая интересная моделька. Но самое главное, она при юзании ее... Просто даже просто нагибаю, что-то давлю, смотрю, как, чего. Создает впечатление нормальной такой плотной конструкции. Ничего не расхлябано. Такой хороший, сбитый вот, вариант. Поэтому, в принципе, все хорошо. Как по мне, нормальная колясочка. Единственное, я бы, если бы ее приобретал, я бы докупил все-таки универсальный дождевичок. Потому что в дождь, я уверен, что вот этот вот материал, он не будет нормально спасать. Быстро промокнет. Хотя вы быстрее добежите до укрытия или домой дойдете. Хотя, кто знает. Собственно, это единственное, что бы я докупил. А, ну и подстаканник универсальный какой-нибудь можно приобрести. Собственно, и все. Вот это мое мнение. Я уже его вам сказал. В принципе, все окей. Выбирайте, естественно, как всегда, вам. Если у вас остались вопросы, задавайте, не стесняйтесь, я на них отвечу. И подпишитесь на мой ВКонтакте аккаунт, ВК-видео. Ссылочка внизу будет на мой Телеграм, потому что YouTube зажимает. И, собственно, скоро он, наверное, работать в России не будет. Поэтому, чтобы вы могли смотреть обзоры, подпишитесь. Ну, а вам удачи на дорогах. До свидания.